сейчас находимся в историческом месте, в Новосибирской Вышечной. Ей, кстати говоря, уже больше 60 лет. Сюда приходил Александр Чернобровцев, это архитектор монумента славы. Именно здесь и, собственно говоря, придумывал идею и дизайн. Обратите внимание на мозаичные панно. Это еще советские, в 80-х годах их сделали. Ну и, конечно же, директор решил их оставить, потому что ну, какую красоту нельзя закрывать. А вот и сама пышка. Вот такая она большая, горяченькая, пахнет обалденно. Ради них и приходит, собственно говоря, вот столько людей, чтобы их попробовать. Большую экскурсию пышечной вы сможете увидеть в ночь музея 21 числа в 8 вечера.